Красноярцы снова жалуются, что дорожники наносят разметку поверх ям на проезжей части. Такую картину засняли жители Черемушек на улице Львовская. Вместо того, чтобы сначала заделать глубокие ямы на дороге, рабочие рисуют на них пешеходный переход. В управлении дорог нашим коллегам с радио «Красноярск Главный» заявили, что действия дорожников не нарушают правила и нормативы. Наличие разметки – требования ПДД независимо от состояния дороги. Но конкретно в этом случае УДИП проведет проверку. На улице Львовская до конца августа запланирован ямочный ремонт. Ямы будут устранять сотрудникам. Также по работе подрядной организации по нанесению дорожной разметки будет проведена дополнительная работа.